В республике полным ходом идет уборочная страда. И в зной аграрии в полях, и ночью тоже. Оно и понятно, погожих дней осталось не так много. Более того, региональный Минсельхоз поставил перед хозяйствами задачу – собрать урожай до 2 сентября. Как с этим обстоят дела в агрофирме «Пионер» и Ибрисинского района вместе с главой профильного ведомства, посмотрела и наша съемочная группа. Девять часов вечера. Три комбайна с подборщиками, подымая пыль, убирают предварительно скошенный и уложенный в валы горох. Сорт усатый кормовой поздней спелости. Всего в хозяйстве под эту культуру отвели 110 гектаров. На сегодняшний день убрано 80% площади. С утра мы выходим, 6 часов поднимаемся, ну, пока обслуживаем технику и... Как погода ляжет, и выйдем. Ну, сейчас современные техники, ну, своевременный уход делаешь, обслуживаешь, они выдерживают, работают легко. Буквально до 2 сентября потом, потому что погода меняется, нам надо уборку закончить. Сегодня созрело, ну, все. Мы все понимаем, что в этом году мы на сев вышли позже, и затянулась немножко уборка. Поэтому надо мобилизовать все силы. И от правильно принятых, скажем так, управленческих решений зависит очень много. Хозяйство «Пионера» обрабатывает больше 5000 гектаров земли. Половина засеяна зерновыми, бобовыми и техническими культурами. На уборку урожая здесь вышли в начале августа. Сейчас на полях работают 8 комбайнов. На предприятии уверяют, проблем с реализацией урожая у них нет. На сегодняшний день основные покупатели усато-кормового гороха являются Татарстан, Башкирия, Оренбург. В основном на кормовые цели. По республике в этом году предстоит собрать урожай зерновых и зернобобовых культур с 300 тысяч гектаров. На сегодня убрано чуть больше половины площадей. Михаил Нагоркин, Диана Иванова, Святослав Петров.